Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Splinter Cell Black. Переход границы. Еще какие-то новости есть? Угу. Начнем переход границы. Так, начать задание. Естественно, один. Так, переименовать, выйти и начать. Итак, у нас начало просто сногсшибательное уже. Наизусть изученное. Я пометила на твоем обсаде три точки. Дальше разберешься. Спасибо, уже иду. Давай, он там сидит. Забираю. Плохо. Пробуем еще разок. Давай, один-то далеко находится. Вон он. И в будке же должен сидеть. Все. Больше не глючит. Заходим, берем документы. Нашел картотеку, изучаю. Так, интересно, есть еще два. Мины действуют, нет, на этих толстолобых? Камеру-то как-то можно еще отключить? Тоже вопрос вопросов. Нет, кнопки такой нету. Нет, на камеру не выходим. Так. У нас вот здесь вот чудик есть. Захват. Он нам не обязателен. Так что можете избавляться от него смело. Если кто хочет, может его захватить. Вот сюда можете забежать, сюда. Выйдите там немножко подальше. Так. Усыпляющий газ меняем на эми помехи. Так. В вашем секторе замечены признаки активности. Да, конечно. Два раза. Стой, стой. Я ничего не видел. Не палатки с камерой. Не спешим. Тихо, тихо. Отменить боевую готовность. Блин. Блин! Отмените операцию. Лазер вас обнаружил. Я опять заново. Да господи. Где еще один? У нас потери. Стреляли оттуда. Откуда? Стреляли. Ну стреляли, и что теперь? На каждого он набрасывался теперь из-за того, что стреляли. Вот не пошел бы ко мне и жил бы спокойненько. А сейчас вот сиди и кусай локти. То есть как сиди, лежи и даже не кусайся. Не дай бог мертвые пойдут по земле. Лежи, загорай. А я пока без тебя. Так, один есть, еще два. Управлюсь. Оп. Ой, да открывай без предупреждения. Так.
Как я говорил, его можно и не брать, он не такая уж важная птица. Внимание, в вашем секторе нарушитель. В нашем, может быть. А в вашем? Отбой. Просто камера сдохла. Ничего страшного, бывает. Так. Камера полетела. Спокойненько. Вот. Тихо, тихо. Я нашел эту картотеку, изучая бумаги. Скоро он пойдет дверь проверять. А нам надо отсюда смотаться. И еще один, можно тебя забирать. Хорошо. Только у нас еще есть небольшая одна проблемка. Сейчас мы поднимемся и устраним снайпер. Так. Где у нас? Мина шокер. На. Даже не знаю, там есть собака, нету собаки. Поехали. Так. Вот отсюда-то мне ни хрена не видно. Давай, давай, давай. Блин, еще один. Сюда, как бы мне. Вот здорово. Здесь что-то не слабо рвануло. Похоже, заминированная машина. Та же модель, которую использовал агент Румо. Теперь ясно, почему я здесь. Да тихо, 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 сюда. Тихо, 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 давай, давай. А, надо туда пройти. Залез. Давай, 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 давай. Сканирую багажник. Потихонечку, пока он не видит. Ладно, тут мы закончили. Подберем тебя в точке эвакуации. Давай, пока еще чего не случилось. Ой-ой-ой-ой. Похоже, убит. У нас убитый. Обыскать все быстро. Хорошо, обыскивайте. А я пока
Ага, хрен там не подняться. Выходи. Делать мне нечего. Ты смешной человечек. Выходи. Я найду тебя рано или поздно. Хорошо. Твою ж мать, да вот! Вот тебе и камера видеонаблюдения, нахрен. Вот теперь я вот очень злой. Вот, блин. Где? Встал, стоит над ним, смотрит, что ты воскресить его хочешь? Ну ты выходи давай быстрее. Камера, блин, что ж опять начинаем это бессовестное мероприятие. Нашел картотеку, изучаю. Так, интересно, меня если видно не будет. А они могут подмогу вызвать, вот в чем прикол. Если он не подорвется. Где ты там? Если он не на мину наступит и не подорвется, он же может вызвать подмогу. Люди понабегут. Заходим. Эми помехи. Следите за снайперами. Так. Внимание! Похоже, в вашем секторе чужаки. Похоже. А может и не чужаки. Может и свояки. Тихо-тихо прошел. Я нашел эту картотеку, изучая бумаги. Стой там, где стоишь. Задача выполнена. И еще один, и можно тебя забирать. Опа. Опа. Он потом пойдет, дверь может проверить. Открыто-закрыто. Это будет самый хреновый вариант для нас. Ой. Минутку. Где он? Не вижу, не слышу. Мне его отметить надо. Ну давай же. Вот так. Теперь можно идти. Так, ага.
Ты даже не вникаешь в это, да? Что твои кореши погибли. Здесь что-то не слабо рвануло. Похоже, заминированная машина. Та же модель, которую использовал агент Румо. Теперь ясно, почему я здесь. Так, ты меня не видишь в машине, да? Сканирую багажник. Ладно, тут мы закончили. Подберем тебя в точке эвакуации. Давай, пока еще чего не случилось. А я хвостом за тобой пойду. В какую сторону ты пойдешь? Опа! Так. Уходи. Уходя, уходи. Вот так. Вас я только толстопузов оставил. Все, теперь, чтобы на камеру точно не попасться, мы уходим вот посюда. Опаньки, извини. Я тут пройду. Вот и все. Вот такая миссия, блин. Тем не менее, я ее прошел. Действуй, Грим. Забирай меня. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.